нет. Правильно. Там скучно. Действительно. Если я буду смеяться, ты не ругайся. Хорошо. Выходи. Поехали. Стой. Едем. Давайте. Да, ну что, ты иди домой. Дальше. Не, ждите. Отойдите дальше, дальше. Еще дальше. Еще дальше, дальше. Да. И, наверное, медленнее идите, а все-таки они так. А вот. Еще чуть-чуть сюда. Дальше. Вот да. Пройдите. Да, так, все. Поехали. Куда идем? Ну дальше, вот туда. Стойте! Видите? Ну что, я не понял. Папа, стойте! Стойте! Видите? Что? Это она! Кто она? Пошли! Стойте! Что? Видите? Это она! Кто она? Ведьма! Пошли! Нет времени говорить! Да. Тут ближе, Настя, хоть тут же. Так вы ко мне не хватай за руку. Стойте! Что? Видите? Это она! Кто она? Ведьма! Смотри туда, Коля. Сейчас. Стойте! Что? Видите? Что? Это она! Кто она? Ведьма! Пошли! Нет времени говорить! Куда? Тихо, стой! Смотри, на них злобно! Подожди, я сосредоточусь. Не снимай, подожди. Что вы там делаете? Не смешите ее. Давай. Нелли, сделай серьезное лицо, чтобы я на тебя пострела, пожалуйста. Подождите, ну куда вы спешите без команды? Станьте ближе сюда, ближе, пожалуйста. По-моему, мы это должны снимать оттуда. Почему оттуда? Да, в самом деле. Да, то это буквы М больше. Так. Так, ты здесь же стоишь, да? Тут да, стоишь. Стой, пожалуйста. Вот. Нелли с Колей в панике. Нелли тащит Колю. Я ничего не понимаю. Мотор. Зловеще. Дьявол вселился в меня. Мрачное лицо. И смотри в ту сторону, в ту. Неля, что это? Неожиданно, понимаешь, неожиданно. Сначала у тебя лицо спокойно, а тут резко перепугано. Только пальцы сильно раскрывай. Мотор. Давай. Ты чего смеешься, Коля? Вот так актер играет, а это жжет. Да не, просто... Друг увидели и в ту сторону обратно идете. Попытались его... Да. Поехали. Мотор. Ну чего ж вы остановились? Чешите дальше. Дальше, да? Чешите давай. Дальше до тех деревьев, а потом я типа оттуда. Давай, да. Поехали. Идет она. Ребенок, сейчас же детки надеты. Ведьма! Хорошо. Видите, снова ведьма. Бегите обратно. Плохое слово, да, голубчик. Да, да. Что поверьте мне, что это очень-очень плохое слово. Да. Бывает, вот говорят, скажешь вот, ну, в такое время, вот я буду идти ругаться с кем-то, а вы проходите, и на вас попадает это проклятие. Понимаете, вот сейчас, да, ребятушка, вы только не смотрите вот, все, вот то, что, ну, то что сейчас открытие. И как я могу сказать, увидеть меня, скажет, вы что, ненормально, как можно сказать на ребенка вот да такого? Да ладно, это же фильм, это же как бы... Вы знаете, что рыбочка. Мы знаем эти это... фирмы. Фильмы. 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 А, что такое, не понял? Это сервис Стуков. Ну, еще потом... Крик.
Игорь, давай. Еще сделаем зубы. Гроссмейстер без трюков. Кто? Гроссмейстер без трюков. Еще раз. Вы его знаете? Я только что поняла, что это он. Целый день его ищу. А в камеру? Война. Да. Только не закрытые, а полуоткрытые. А хоть не мычи. Да классно. Хочу мяса! Хочу крови! Знали бы, какая я голодная! Не страшно. Вот. Вот так. И давай так злобно. Низко хочу мяса, хочу крови. Я вообще одну гражданскую оборону слушаю. Мне один альбом нравится. Коля, приближайся и прямо не волнуйтесь. Я сделаю.